На дворе уже почти лето, а мы едем кататься на лыжах в горы. На Чембулаке еще снег. Непонятно, как одеваться. Взяла с собой кофту. Перчатки я взяла не теплые с собой. Надеюсь, руки не замерзнут. Ну, в общем, посмотрим. Мартусю оставила одну дома. Пока Саня с утра дома. В общем, она меня отпустила. Короче, если бы я не собралась, то я рада собралась. Ну да, я всем сказала, что только ради тебя поехала. Даша, активные пенсионеры. Солнце палит, короче, здесь можно сгореть, как на пляже, блин, Египта. Причем загар такой горный, коричневый, поэтому максимально закрываемся. Ты намазалась, да, крем? Я всегда намазываюсь. Сейчас будем искать папу. Давай все одевай. Ну ладно. Тетя Лена, давайте вы вперед. С Богом. Галь, если вы умеете тормозить, тогда это. Если бы она умела, она не умеет. Не, ну вот так плугом тормозить-то уметь должна. Блин, плуг здесь не поможет, Кать. Клим катается плугом всю дорогу. Веса, да нет, он так же разгоняется, знаешь, несется как. На буксир на всякий случай. Встань вот так поперек, не надо. Я тебя уже снимаю, едь. Каталась мама. И папа присел. Пап, ты бы мог бы еще прокатиться? У тебя время есть? Мама молодец. Ну какая тетя Лена молодец вообще. Побили рекорды. Какой
это испытала последние два раза. Кайфанула. Ну все. Стремиться. Да. Я уже на конца. Ну вот, классно. Мне самой понравилось. Но пока не будет скорости, вот такого драйва не будет. Но, чтобы научиться, надо скоростушечку чуть-чуть почувствовать. На бигеле. Лена, уже тебе уже надо обмывать. Уже такие двор катаешь. Все, а что? Обмывать. Да. Там где-то сбоку. Когда уже мама будет обмывать катание свое? Тут разогреваю вчерашние макарошки с овощами. Лагман у нас называется. И еще добавлю, вот тут у меня редька и огурчик. Уже в готовое разогретое блюдо. Так, потихоньку подсовываю овощи. Незаметно, чтобы побольше было клетчатки. Мама била подушкой. У нас на ужин вот бутербродики с авокадо и с тофу. С моим вкусным Мама, хлебом. Мама, я скажу Климу, чтобы мы скоро спать ложимся. Вов, садись, давай ешь. Мне же тоже надо убирать со стола. Компотик. Двумя руками, Марта, пожалуйста. Вов, ну пусть он гуляет еще. Еще Климу тут. Марта, как у тебя по-английски будет Марта? Привет. По-английски. А мы вкусим. Мамбека? А у вас было вот какой топор? Мама, а помнишь, как говорила, и тут мы сделали как? Нет. А давай, знаешь, как сделаем? Давай ты соберешь... Ну, все развалилось. Давай ты соберешь всю коллекцию тоботов, и мы снимем видео про тоботов. Давай. Давай. Детям спать пора, а Сайбель тут устроил шоу на ночь глядя. Все домой спать!